Бля, нихуя себе! Бля. Что это за пиздец? Ну пока, пчелёнок, я выиграл! Ну вот смотри, что ты сделал, долбоёб. Пчелёнка теперь тоже нет. Никого здесь нету! Мы всех убили! Ну, Шнюк, ты должен был остаться. А ты думаешь? Шнюк... Я знаю, конечно, у него там непробиваемое. Да, непробиваемо. Ну-ка, а тут что? Ёпта, ёпта. Что же... Что же это? Пиздец. Ну что ты натворил? Вот зачем тебе этот сундук нужен был? Что я натворил? Это что ты натворил со своей постоянной добротой? Я? При чем тут вообще доброта, блин? Зачем ты? Вот. Мне просто нужен был этот сундук. Я улетел бы ты там. Нормально. Улетел бы ты давно. Мне это нравится. Это будет тебе уроком. Я даже убивать тебя не буду. Чтобы ты до конца своей жизни вспоминал Милу, Пчелёнка, Бабу Капу, Деда Шера, которые умерли из-за тебя. Это ты все начал, ты первый пустил в нас бомбу! Если бы твоя доброта не вышла так далеко, ты понимаешь, я мог просто забрать сундук и улететь. Улетел бы! Улетел бы! Ну нет, тебе же надо у меня этот сундук было забрать. А мне он не нужен был! Он Корнеичу нужен был! Да мне насрать, кому он нужен был, он типа... Стой! Стой! Давай решим. Раз и навсегда. Что мы сейчас будем делать? С тобой? Ничего. Твоя доброта у меня уже по горло сидит. Именно поэтому я хочу уничтожить все, что с тобой связано. Ты как, родителей любишь своих? Я их даже не помню! Я их не видел ни разу! Ну, это не важно, поскольку я сейчас уничтожил... Стой! 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 Зачем тебе луна-то? Ты понимаешь, что будет? Ты понимаешь, что ты сам же умрёшь от неё? Так как я умру? Развалится там где-то в космосе и всё. Уйди, не мешай мне. Ты, блин, ты понимаешь? Ты понимаешь сейчас? Катаклизм! И вот таким действием Кузи случился еще больше пиздец. Конец света, пиздец, всё. Блядь. Не, ну неплохо так долбануло, я считаю. Ты понимаешь, сейчас по всей Земле начнутся эти кометы. Какие кометы, ты тупой. Это там фигня, вот эта луна развалилась в космосе и все. Ну я просто... Ты понимаешь, чтобы твои родители сдох. Она сейчас сюда упадет на нас! Да фиг там! Мы с тобой вдвоем же умрем здесь, понимаешь? Я тебе говорил! Прячемся! Это все из-за тебя, из-за твоей луны! Ты луну запустил, дурак! Кометы, эти... Твою мать, куда прятаться? Прятаться надо! По дереву, по дереву, по дереву! Всё... Ай! Кузя! 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 Что тебе надо? Кузя! Тут я в доме шерня! Кузя! Кузя, ты...
Не смей подходить сюда. Кузя, да я тебе все расскажу. Кузя, стой, Кузя. Что? И вот что ты теперь делать будешь? У тебя же теперь ни друзей, и никаких и даже никаких дубаев твоих уже не будет. Их твою мать, иди сюда, там летит комета. Твою мать, ёханы. Иди сюда. Понимаешь, что теперь? Иди сюда, Лунь. А, я залезть не могу никуда, я слишком жирный. Понимаешь? В кладовку, ёб твою мать. Сюда, сюда, сюда. Понимаешь? Теперь нет твоих дубаев, ничего сейчас в этом мире нет. Ничего сейчас нету. Все, что осталось, это вот мы с тобой вдвоем. И вот эти книги. Твою мать. Блин, слушай, надо что-то делать, или же мы прям тут же умрем. Лунчик, прости меня, пожалуйста. Я не хотел, я не думал, что закончится. Думать надо головой, дурак. Нам нужно найти кого-то, может кто-то жив. Кто жив? Сейчас никто не живой. Я не знаю, нам нужно проверить. Ну давай пойдем сходим. Вот так из-за проделки Кузи и Лунтика погибли все жители леса и даже мира. Кузя, Кузя, вот что ты сделал, блядь? Че там со Шнюком? Тоже мертв. Пиздец. Слушай, а ты помнишь, у пчеленка же были друзья. Может, они как-то защитились? Пойдем проверим. Пойдем проверим, они чай тоже сдохнет там. Фиг его знает. Ай, блин! Че это такое? А помоги мне! Да вставай ты, блядь, вставай! Че это такое? Тихо, отойди, там может быть заменить. Я не. Блин. Я для тебя сделал. Секрет. Отойди, а то бубухнет. Да не ёбнет, не ссы, блядь. Что там? Шера. Лунтик. Это оно? Это черчёж машины. Времени. Епа! Лунтик, мы можем все исправить! Давай! А где нам материалы-то найти? Какие там материалы-то надо было? Лунтик, тут очень много материалов. Вот тут для что? Но для того, чтобы все это исправить, я думаю, нам надо постараться. Ну мы постараемся! Как мы постараемся? Мы что-нибудь сделаем, у меня вот тут в мешочке сажень из дуба, семена, грязи до хера. Ну что, Кузя, ты начинай, я сейчас за часами сбегаю. Это что такое? Шершуля! Бля, дедушка, жалко, конечно, что ты уже дохлый. Но мне просто часики нужны, поэтому, дедушка, ах, хотя похуй, ты же дохлый. Кузя! 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 Не давай чмо! Ты чё, ебанутый, блядь? Ну что, Кузя, давай разделимся, я пойду искать часы. Хорошо. Кузя! Я вот их запутал, блядь. Кузя! Увидел деда Шеры и такой... Кузя! А, блядь, часы же, сука. Ну ладно, Кузя, я пойду. Ёб твою... Шершуля! Да, хуй с тобой, ты уже давно и так бы сдох. Ой. Блядь, трупы нахуй дерутся уже, ёб твою мать. А! Твою мать! Прости, Шершуля, не знаю, жив ты или нет, пошел ты нахуй. Сука. Кузя! Кузьма! Я нашел часы! Вот! Кузьма! Кузьма! Да дай поссать, фиолетовая! Пошел ты нахуй. Ладно, держите часы, я пойду, не знаю. Да ебаные ягоды. Пойду ягодку пожру. Трупы летают! Кузя и Лунтик приступили к постройке машины времени. Пока тем временем Лунтик дрочил письку и радовался жизни. Лунтик, мы построили её. Наконец-то! Давай, Мы можем все исправить! Давай быстрее исправлять, пора, давай! Куда тут нажимать?
Ёп! Ёп! Кузя, ну чё, работает там? Да, все работает, ты что, не чувствуешь? Ну, пойдем. Мы возвращаемся домой. Уже? Мы вернулись, надеюсь. Открывай дверь. Давай я выйду первый. Лунтик. Да. Мы дома. О, здорово. Ну что, мои дорогие, кто мне объяснит, вот что это за пиздец, нахуя мы вот это вот все целую неделю снимали, монтировали, все это каждый день, нахуй. Короче, 14 или 13 мы записали, 14 выложили и так далее, до сегодняшнего 18 января. Вот что, ребятки, пожимаем лайки, 5 сезон будет совсем не скоро, потому что 4 еще не закончился, и у нас еще дохера еще серии есть, поэтому... Смотрите, и каждый день будем выпускать новые серии. Ну, а с вами был я, Полянка, и дохуища актеров в описании. Смотрите описание, самое главное. Ну, всем пока. Убери свою видеокамеру, убери ее.